Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами моим любимым рецептом маринованных шампиньонов. Обычно я делаю такие заготовки примерно за месяц до Нового года, пока цены на грибы еще не выросли. Такие грибы можно подавать в салатах или как самостоятельную закуску. Для приготовления нам понадобится 1 кг грибов, вода, сахар, соль, уксус, лавровый лист, перец, горчица, кориандр, все горошком. Грибы лучше брать мелкие, они красивее смотрятся в салатах и тарелке, но если у вас большие, это не беда, на вкус размер грибочков не влияет совсем. Тщательно промываем и заливаем холодной водой. Добавляем 2 чайные ложки лимонной кислоты. Если не добавлять лимонную кислоту, грибы потемнеют. Отправляем на средний огонь. Как только грибы закипят, снимаем пену, которая образуется на поверхности воды, и варим 5 минут. Сливаем воду. Приготовим маринад. В воду добавляем сахар, соль, лавровый лист, зерна горчицы, кориандра, перец горошком. Отправляем на огонь и даем закипеть. Как только закипит, добавляем уксус и отваренные грибы. Варим все вместе 10-15 минут. При желании можно добавить 70 грамм растительного масла. Я добавляю масло уже при подаче на стол. Хранить грибы я буду вот в таких банках. Можно просто использовать пищевой лоток. Можно разложить по банкам и закатать. Хранятся такие грибы всю зиму. Из 1 кг грибов получается 1-литровая баночка. По цене приготовить такие грибочки намного дешевле, чем покупать в магазине. Остывшие шампиньоны можно подавать к столу. А если вы планируете использовать их в ближайшее время, просто накройте капроновой крышкой и храните в холодильнике. Подавать такие грибочки можно как самостоятельную закуску или как дополнение к салатам, ссылочки на которые обязательно оставлю в описании под видео. Делитесь рецептом с друзьями и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных видео. С вами была Неля, всем приятного аппетита!